ты болты не тратишь? Надо помогать экономике. Заходи, купи пикселизатор. Хорошее вложение. Ладно, давай раздобудем реактивный ранец. Твой ракетомет «Хищник» не мешал ему улучшить. Тебе отдам по хорошей цене. Рэтчет мечтал о том, чтобы прокатиться по балке. И он сделает это, как только найдет пару глиссеров. Нефариус развернул тут бурную деятельность. Это точно. Давай осмотримся. Может, найдем что-нибудь? Все эти железяки. Я постараюсь на это не обидеть. О, вижу, у нас посетители. Хваленое пополнение в выводке галактических кретинов. Надеюсь, вам здесь нравится, потому что вы никогда отсюда не выйдете! Патрон! Ох, нет. Мистер Зуркан несет вам смерть! Ты еще не мертв! Мистер Зуркан намерен это исправить! Беги, если ты нужна, мистер Зуркан всех вас убьет! Ты помнишь, мистер Зуркан? Идем, лучше не задерживаться.
Зуркону не нужны болты. Его валюта — боль. Плюс мистер Зуркон равно смерть, смерть, смерть. Мистер Зуркон вернулся, чтобы отомстить. Если ты не прав, мистер Зуркон всех вас убьет. Разве не знаешь, кто такой мистер Зуркон? Разве таких моментов мистер Зуркон не верит? Мистер Зуркон всех вас убьет! Почему вы прячетесь, вонючки? Мистер Зуркон всего лишь... А вот не надо было лезть! Мистер Зуркон тебя достигнет! Мистер Зуркон не берет! Мистер Зуркон все еще слышит сердцебиение! Thank you.
он исполнит симфонию боли. Патронов нет. Это глиссеры? Тройной замок. Чтобы открыть его, нашим двум героям нужно было нажать почти сразу на все три кнопки. Круто! Глиссеры! Именно там, какая неожиданность, Рэтчет нашел пару новеньких блестящих глиссеров. Нацепив ботинки глиссеры, Рэтчет запрыгнул на пол. Рэтчет продолжал поиски Ранса. Новенькие глиссеры помогали ему в исследовании планеты. Рэтчет грациозно запрыгнул на соседний балкон. Обнаружены мины. Рэтчет сможет использовать заправочную станцию, как только получит ранец. Эй, эй, Рэтчет, иди сюда. Да не бойся ты, я друг. Я знаю, кто вы. Ломбакс и боевой робот, про которых говорили в новостях. А вы, видимо, безликий прислужник, помогающий Дреку терроризировать галактику. Это только ради денег. Моя настоящая страсть — любительская нейрохирургия. Я уже где-то год коллекционирую мозги телеспрутов. Ваше хобби — собирать мозги? Рискну предположить, что вы, скорее всего, до сих пор одиноки. Изучение мозгов — благородное занятие. Если я смогу перенять телепатические способности этих телеспрутов, я соберу целую армию, и вот тогда мы посмотрим, кто из коллег осмелится воровать мой ланч из холодильника. В смысле, это работа на благо всех благов. Между прочим,
Если добудете мне парочку мозгов, я вам отдам этот реактивный ранец. Фу, какая же гадость! У тебя есть? Отлично! Класс. Патронов нет. Мистер Зурбон несет вам смерть. Ради таких моментов мистер Зурбон и живет. Приветствую тебя, обреченный пришелец. Пришелец, но за ним другой. Ой-ой-ой, раз, два, три, четыре, пять, иду пришельцев убивать. Мистер Зурбон вернулся, чтобы отомстить. Беги, спасайся от мистера Фуркона. Приветствую тебя, обреченный пришелец. Тебя бы не помешало хорошенько убить. Мистер Зуркон намного умнее смерти. Мистер Зуркон сыграет мелодию к смерти. Привет, вонючий! Готов! Ради таких моментов мистер Зурбон не берет! Вы думали, мистер Зурбону пришел конец? Привет, вонючие пришельцы! Мистеру Зуркону скучно. Уговор есть уговор. Забирайте. Знаете что? У меня тут завалялся сверхсекретный инфобот Drag Industries. Я бы согласился с ним расстаться за еще несколько мозгов. Я смотрю, вы любитель поковыряться в мозгах. Да, я такой. Добыв этот ранец, Рэтчет стал грозой тысяч миров. Ну, по крайней мере, ему стало легче по ним передвигаться. С помощью реактивного ранца можно перелететь через опасную зону. Привет,
Застой тебя, обреченный пришелец! Ты можешь купить пикселизатор? Зуркон несет вам смерть! Пришелец! О, за ним другой! Ой-ой-ой! Расплатите меня, иду пришельцев убивать! Мистер Зуркон исполнит симфонию боли! Я пощажу тебя, пришелец! Патронов нет. Эй, до меня только дошло. Если я ученый и все свое время трачу на изучение мозгов, надо теперь представляться как ученый-мозговед. Это звучит куда лучше, чем ассистент консультанта при аванпосте. Ты разве не знаешь, кто такой мистер Зуркон? Мистер Зуркон вернулся, чтобы отомстить. Мистер Зуркон готов убивать. Ты не знаешь, кто такой мистер Зуркон? Рядом.
Где последняя панель? Беги, мистер Золушка! Мистер Зургон всех вас убьет! Зуркон несет вам смерть! Зуркон не живет.
Чистецок, он вернулся, чтобы отомстить. Пришелец сдох, за ним другой. Ой-ой-ой, рад победить. Иду пришельцев. Зурхону пришел конец? Ты разве не знаешь, кто такой мистер Зурхон? Привет, вонючие приженцы!
Патронов нет. Ломбокс, тебе не победить!
Класс. Патронов нет. Может, тебе научиться? Придумали миссию Зубону, пришли конец. Тебя бы не помешало, хорошенько убиться. Миссия Зубон готов убивать. Враг убит. Где последняя Избежав опасности, Рэтчет и Кланк добрались до тайного логова Бларга. Исследовать это весело! Он нашел наше убежище! Уничтожьте его! Профессионалы. Это наша работа, тебя мочи. Это наша работа, не
Вот класс. Патронов нет. Это продается, будь здоров! Раритан вещь, скажи! Добыл плазмострел. Этот псевдоспектральный биоскоп находит слабые места врагов, но сумеет ли Рэтчет в них Можно считать, армия телеспрутов у меня в кармане. Вот ваш инфобот. Если что, вы его нашли в другом месте. Добрый вечер, дорогие бланки. Это председатель Дред с новостями о поисках нашего нового дома. На протяжении следующих нескольких дней активность бларгов по всей галактике заметно возрастет. Хотя это может привлечь к нам внимание властей, этот шаг необходим для обеспечения безопасного прохода для наших водосборщиков. Актуальная цель — пушка звездного дозора на планете Баталия. Это ионное орудие против целей в открытом космосе защищало галактику от вторжений с тех пор, как мы ушли под Землю. Выведем его из строя и продолжим осуществлять наш план. Приготовления к операции уже начались. Так что ничего не бойтесь, держитесь курса и все такое, бла-бла-бла. После того, как мы устраним звездный дозор и его защитников, приступим к финальной части моего плана. Мы должны помешать Дреку уничтожить пушку звездного дозора. По моим данным, орудие находится на Баталии. Надеюсь, мы не опоздали. Если хочешь подзаработать, собери мозги оставшихся особей. Я тебе за них заплачу. А если все добудешь, даже кое-какой презент подкину.
Я задам новые координаты. Мы могли бы помочь защитить пушку Звездного дозора.